Вот это сокровище, которое сегодня сгрызло мой тапок, обрело наконец-то своих родителей. Кто грызет мою обувь? Я в чем буду ходить, полы у вас мыть? Сокровище поедет в город Екатеринбург. И там вот эту кусаку, ее папа, будет воспитывать, заниматься с нею и любить. Красотка, красотка просто. Сокровище. Кто грызет мои тапки? Кто их ворует и грызет? С ней нужно много играть и заниматься. Девчонка красотка, очень активная. Умничка, уже знает свое имя. Зайчик. Злится, не нравится. О, какая грозная собака. Грозная. Кто бы тебя боялся? Ну, кто бы боялся тебя? Я тебя точно не боюсь. Вот такое существо. Вот так. Своенравное очень, характерное. Все меньше и меньше у нас малышей остается. Осталось у нас два мальчишки чудесных. И замечательная красотка Сири. Фото свободных малышей сниму и выложу дополнительно. Мамы, папы, отзовитесь. Вот что мы делаем. Ведь она украла тапочек и потащила в логово. А в логове тут уже и полотенчик, и пластиковые покусанные бутылки, и мячик. И тапочек мой разлетится скоро вдребезги. Вот так.